Всем привет, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала. Сейчас у нас на дворе июль, его середина, и на улице очень-очень-очень жарко. И я хотела бы немножко поговорить с вами об аномальной жаре и о том, как чувствуют себя розы наши в такую жару. А розы, они ведь живые, они как люди, как мы с вами, и также чувствуют непогоду, как и мы. И вот скажите, чем спасаемся мы с вами в такую аномальную жару? Ну, конечно же, большим количеством питья, а именно водой. К примеру, я с водой совершенно не расстаюсь в такую жару, когда нас, в тени у нас 39 градусов. Постоянно ставлю возле себя бутылочку с водой, а уж не говоря о том, что ношу ее также с собой постоянно. А теперь хочу спросить у вас, не забываете ли вы поливать свои розы и как их правильно поливать? Вот хочу показать вам розочки, которые растут у меня на санцепёке. И вот у них уже появились бутончики, но они практически засушенные, несмотря на то, что я поливаю свои розы через день в эту жару. И как же нужно их поливать? Поливаем мы или рано утром, когда еще нет солнца яркого, или поздно вечером, когда солнце уже зашло. Не забываем, что поливать розы нужно водой не холодной, с колонки, а желательно отстойной. Набираем в большую емкость и поливаем водой уже прогретой. По листьям розочки ни в коем случае не поливаем, чтобы не было ожогов. У меня цветут еще не все розочки, очень много роз в бутонах. Вот сейчас вам покажу немножко. Ну а те, которые уже раскрылись и которые находятся в полутени, им, конечно же, гораздо лучше. Они чувствуют себя гораздо комфортнее, на них не падает ослепительное солнце, и они не горят на этом солнце. Поливаю я свои розочки обильно, взрослые кусты до 2 ведер воды примерно, а может и больше, стараюсь их даже заливать, потому что испаряется вода очень быстро, и посмотрите, вот она как цемент становится. Ну, а молодые кустики, конечно, не так обильно, но примерно одно ведро на один куст. Все мы с вами старались высаживать розочки на солнце, но солнце в этом году, конечно, как и наша зима. Немного переключу ваше внимание на гладиолус. Вот у меня расцвел красный гладиолус. И посмотрите, вы такое видели? У него 2 цветоноса. Вот его стебель я подвязала. И вот один цветонос уже цветет, а второй рядышком. Когда он начинал зацветать, думаю, такая красота, и так быстро отцветет. И он как будто меня услышал и дал еще один цветонос, чтобы я не расстраивалась и наслаждалась его продолжительным цветением после того, как отцветет этот первый цветонос. Но я вообще в шоке. Все растения меня слышат и понимают. Когда кто-то написал из комментаторов под видео, а хочу напомнить, что у меня сад молодой, в основном все розочки не старше 4-5 лет. И вот когда кто-то написал, что покажите хоть один такой большой куст, что у вас они все типа с одним цветочком, 2-3, вот один из сортов роз, о котором шла речь, он как будто снова это все услышал. И посмотрите, это молоденький, ему всего 2 года. Сколько он дал мне цветов, какой он стал широкий. У него 1, 2, 3, а первый раз цвело 2 или 3 розочки. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 роз на одной ветке. Вот так. Поэтому пишите всякое, и хорошее, и не очень. Мы реагируем, но реагируем очень хорошо. А я хочу вас заранее поблагодарить за ваши добрые комментарии,
за ваши лайки, за ваши подписки, за то, что делитесь с друзьями моим видео в соцсетях. А это моя первогодка Корвет. Посмотрите, это первый год. У нее несколько веточек. И вот она растет в полутени и чувствует себя, конечно же, шикарно. Ей очень-очень повезло, потому что жара невероятная. А нам здесь очень-очень-очень хорошо. Поэтому, друзья мои, не забывайте, поливайте розочки свои. И поливаем не поверхностно понемножку, а тщательно, чтобы корневая система, которая находится глубоко, не забываем, мы высаживаем розочки глубоко, чтобы она получала питание и влагу, необходимую для роста и обильного пышного цветения. Ну а пока все. Спасибо за ваше внимание. До скорой встречи. Всем пока.